Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень, вновь с вами. Окно март, и я поздравляю вас, милые дамы, наступлением весны. Вы прекрасны, обаятельны, обворожительны. Ваши улыбки согревают сердца, поднимают настроение. Я хочу, чтобы вы всегда улыбались и дарили окружающим свои очаровательные улыбки. С наступлением весны большинство из вас старается наиболее активно ухаживать за собой. Кто-то отправляется в фитнес-клуб, стараясь подготовить фигуру к лету, а кто-то в домашних условиях старается улучшить цвет лица и состояние волос. У каждой из вас свои секреты. Я уверен, иногда для вас просто психологически важно предпринять какие-то действия в отношении своей внешности, чтобы обеспечить цветущий внешний вид. Сегодня в клубе «Клава» собрались красивые люди, чтобы самим узнать секреты и вам рассказать, что из этого вышло. Смотрите сами. Здравствуйте, меня зовут Верона, я косметолог. Мы все знаем, что наша кожа весной требует особого ухода и заботы. Она устала от зимы, поэтому сегодня мы будем учиться ухаживать за ней, чтобы она была молодой, свежей и сияющей. В руках набор косметическая линия «Соня». Это больше, чем просто красота. Это олицетворение молодости, восхищения и любви. В набор «Соня» входят алоэ вера, фруктовые экстракты, экстракт белого чая, превосходные увлажнители, которые питают кожу, отчего она становится такой молодой и мягкой, как никогда раньше. Чем начать пользоваться этой косметической линией, важно понять, что наша кожа представляет собой динамическую систему, состояние и свойства которой зависят от питания, уровня увлажнения, а также окружающей среды. Поэтому способность кожи впитывать питательные вещества, содержащие в продукции Sonia Skin Care, у разных людей разная и зависит также от климатических условий. Может оказаться, что пользоваться нужно чуть большим или чуть меньшим количеством продуктов, чем указано в рекомендации. Поэкспериментируйте в течение нескольких дней, и вы, конечно же, определите то количество продукта, которое будет лучше всего соответствовать типу вашей кожи. Вероятно, важно то, что все крема компании Forever Living Products не подразделяются по типам кожи и могут использоваться для сухой, жирной и комбинированной кожи. Универсальность этой оздоровительной косметики определяется свойствами алоэ вера, которая оказывает положительное воздействие на все типы кожи. Большая часть средств по уходу за кожей от компании Forever создана по оригинальной рецептуре на основе стабилизированного геля алоэ вера, и его концентрация в зависимости от наименования варьирует от 30 до 99%. Алоэ вера легко проникает через все слои кожи, нормализует обменные процессы, питает, увлажняет и защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Кроме того, именно алоэ вера ускоряет обновление кожи и обладает противовоспалительными свойствами. Начнем знакомство с этой продукцией. Набор Sonia Skin Care Collection содержит 5 основных продуктов для поддержания общего здоровья и внешнего вида кожи. Алоэ Purifying Cleanser – это первый степ из этого набора. Второе – это Алоэ Refreshing Toner. Третье – Алоэ Nourishing Serum. Следующее – Алоэ Balancing Cream. И последнее – Алоэ Deep Cleansing Exfoliator. Каждое утро и каждый вечер начинайте с Алоэ Purifying Cleanser. Это замечательное очищающее средство с фруктовыми экстрактами и экстрактами алоэ,
для мягкого снятия косметики и загрязнения без пересушивания кожи. Делает ее удивительно мягкой, свежей и чистой. Нанесите небольшое количество очищающего средства на кончики пальцев обеих рук, а затем легкими движениями на лицо и шею. После чего снимите его ватным тампоном или мягкой салфеткой. Тщательно промокните кожу теплой водой. Макияж с век и глаз следует удалять специальным средством для снятия косметики. Sonia Eye Makeup Remover. Это нежная, легкая формула на основе алоэ. Действует быстро и аккуратно, снимая косметику с глаз. Гель алоэ обеспечивает уход, увлажнение и успокоение, так необходимое коже вокруг глаз. После очистительного средства нанесите алоэ Refreshing Tonic. Освежающий тоник с алоэ экстрактом белого чая обеспечивает жизненно необходимое увлажнение вашей кожи, поддерживая необходимый водный баланс. Этот тоник не содержит спирта. Кроме того, он не только увлажняет, но и освежает кожу. При использовании тоника после алоэ Purifying Cleanser ваша кожа мгновенно впитывает все питательные вещества из стабилизированного геля алоэ, экстракта белого чая, огурца и подготовит ее к следующему этапу – нанесению сыворотки серум. Ватным тампоном нанесите тонизирующий препарат на лицо и шею. Прежде чем перейти к следующей процедуре, дайте тонизирующему препарату хорошо впитаться. А вот теперь настало время обработать вашу кожу средством Aloe Nourishing Serum. Это чудесная сыворотка, содержащая экстракт алоэ, белого чая и мимозы, обеспечивает направленное стимулирование антиоксидантами, которые питают кожу и помогают предотвратить вредное влияние окружающей среды. Дозатор 2-3 раза и нанесите сыворотку на кончики пальцев. Затем легкими движениями нанесите сыворотку на кожу лица и шеи. Дайте сыворотке впитаться, после чего переходите к следующему этапу. После применения серум воспользуйтесь Aloe Balancing Cream. Это великолепный продукт, содержит экстракт алоэ, который оздоровит и увлажнит вашу кожу. Он прекрасно подходит для пользования как в дневное, так и в вечернее время. И отлично пополняет роль крема основы перед применением продуктов в линии Sonia Color Collection. Небольшое количество крема и затем кончиками пальцев легкими движениями нанесите его на кожу лица и шеи. Это вот уже такие руки сушили. Да. Классно. Это все натуральное? Вот и все. Ваша ежедневная процедура завершена. Ваша кожа прекрасно подготовлена к использованию продуктов линии Sonia Color Collection. Средства для отшелушивания и глубокой очистки кожи Aloe Deep Cleansing Exfoliator не входят в состав ежедневной процедуры. Им следует пользоваться 2 раза в неделю. Оно содержит алоэ вера, масло джожобы и огуречно-лимонные экстракты. Это средство улучшает кровообращение, освежает кожный покров, ваша кожа становится упругой и свежей. Чистим кожу клинзингом, потом мы берем Deep Cleansing Exfoliator для более глубокой чистки, смываем это все тщательно водой
Потом мы берем тонер. После тонера мы берем серум. Наносим легкими движениями кончиками пальцев, как мы делали это раньше с нашими девочками. И потом мы берем крем. Это последний завершающий этап. Алоэ крем. Мы очень рады иметь такие продукты, которые помогают нам оставаться красивыми.